Артисты студии жестового пения «Поющие руки» и солисты музыкального театра на большой сцене плечом к плечу в гала-концерте исполнили несколько номеров. Руки, признаются участники фестиваля, от пения не устают. Сколько ушло времени на разучивание песни? 3 дня где-то. 3 дня. Неделю, да, где-то. Неделю готовили. Было очень сложно. Ну как? Стараемся. Работа была непростая, вместе с этим интересная, рассказывают профессиональные актеры, которые прожили фестивальные дни на одном дыхании. В жизни не приходится общаться и что-то вместе сделать с людьми, например, с теми, кто не может говорить, например, так же, как ты, или не может передвигаться. И поэтому это стало открытием и создало вообще новое отношение к таким людям. Понимающее, доброе, сочувствующее и принимающее как своих их. А что вы открыли для себя, работая с участниками? Я думаю, что доброту и сердечность, потому что мы иногда, наша толерантность не позволяет нам правильно воспринимать этих людей. Мы даже друг друга иногда неправильно воспринимаем. Молодцы, Андрей. Режиссер-постановщик поздравляет участницу фестиваля Наталью Третьякову и балетмейстера после выступления. Мы встречались с Натальей на репетиции. Номер состоялся без сучка и задоринки. Приятная, добрая реакция зала – это самая лучшая награда, поэтому я очень счастлива. Сергею Степанову понадобилось несколько репетиций для постановки хореографического этюда. На гала-концерте Сергей пел душой и сердцем. Как обычно, аплодисментами. Все сердце такое яркое, то есть все радостные, то есть замечательно все. На самом деле, столько эмоций положительных, я думаю, у меня не было, ну, наверное, прилично. Очень с ним легко было, всегда нам никаких у нас сложностей не возникало. Среди гостей фестиваля ответственная за программу для поддержки инвалидов края «Доступная среда» депутат законодательного собрания Марина Добровольская. Ну а то, что касается нас, здоровых, я всегда говорю, мне стыдно. Когда я прихожу сюда, я начинаю просто тихо ненавидеть себя и подобных мне, которые при первой неудаче начинают стонать, биться головой о стенку, кричать, что как все плохо, как мы плохо живем, у меня проблемы. Да нет у нас проблем, мы просто не понимаем, что это такое. И когда видишь вот это, начинаешь испытывать чувство стыда за собственные минутные слабости. Большая сцена музыкального театра позволила участникам гала-концерта фестиваля почувствовать, что возможность выразить себя в творчестве равна для всех.